Дорогие братья и сестры, поздравляем всех вас с праздником Благовещения Пресвятой Владычицы Девы Богородицы. Это удивительное событие, которое мы называем началом нашего спасения. Дни спасения нашего глависта. Что такое спасение? Мы называем Иисуса Христа Спасителем. Богородицу молим, Пресвятая Дева Богородица, спаси нас. Но если спросить, а что такое спасение? Совсем недавно возле храма я решил позадавать этот вопрос. Что такое спасение? Как вы его понимаете? Ну, быть добрыми. Что значит спастись? Ходить в церковь. А еще? Причащаться. Так что же такое спасение? Нас ради человека и нашего ради спасения Христос сошел с небес, и мы каждый раз, когда читаем или поем символ веры, мы повторяем эти слова. Это слова Благовещения. Сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и его человечность стал человеком. Когда? Когда родился? Вот сегодня это и есть воплощение Бога Живого во чреве Девы Марии, которая услышала это событие совершенно сверхъестественным образом. Об этом сегодня нам говорит Божественное Евангелие. Сказано сегодня в Евангелии от Луки: ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это значило. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел же сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Это событие, которое описано в Евангелии от Луки в первой же главе, является основополагающим для нашего с вами торжества. Всякое событие, которое празднуется церковью, лежит в Евангелии, в Священном Писании. И все-таки, возвращаясь к главному вопросу, так что же такое спасение? Как получить ответ на этот вопрос? Вы знаете, я думал, как бы поточнее сформулировать, но решил не своими словами, а сочетать слова святителя Игнатия Преучителя, который, на мой взгляд, наиболее точно сформулировал определение нашего с вами спасения. Послушайте. Чтобы знать, в чем состоит спасение наше, надо знать наперед, пишет святитель Игнатий, в чем состоит наша погибель, потому что спасение нужно только для погибших. Ищущий спасение этим самым по необходимости признает себя погибшим. Иначе для чего бы ему искать спасение? Погибель наша совершилась через уничтожение общения нашего с Богом и через вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаной и в восстановлении общения с Богом. Вот что сегодня начинается. Начинается восстановление нашего общения с Богом через Господа Иисуса Христа, нас ради человека, нашего ради спасения, чтобы возвратить нас к Богу, воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы.
и ставшего человеком. Когда мы имеем нужного врача? Когда заболели. Вот стоит здоровый человек, ты знаешь, там врач какой-то принимает. Да мне это не интересно, я здоров, у меня нет проблем. Нездоровый человек имеет нужду по врачу, а больной. И поэтому здоровому человеку больного не понятно. Но чтобы искать врача, нужно на себе ощутить необходимость его помощи. Вот для того Господь, видя наши страдания, становится человеком, чтобы исцелить нас от этих ран, греха, от проклятия дьявола и вечной смерти, куда шли все умирающие до рождения Иисуса Христа и Его смерти и победы над смертью, воскресением из мертвых. Вот если мы с вами поймем, что мы тогда только спасаемся и просим, Матерь Божия, спаси души наши. Вот я бы очень, конечно, хотел, чтобы вы поняли, что спасение – это восстанови нас в общении с Богом. При том, что мы сами-то не будем лениться, будем в храм ходить, будем дома утренние, вечерние молитвы читать, будем чаще восстанавливать свои отношения через чтение Слова Божия, через непрестанную молитву, и все, что будем начинать, Господи, будем начинать своим именем на устах. Господи, благослови, Господи, помилуй, Господи, сохрани, а сделали, поблагодарим Господа, слава Тебе, Господи, что Ты сподобил нас завершить начатое нами дело. Вот, оказывается, дорогие, начало какого события мы празднуем, а если просто у нас праздничек, сегодня в Великом Посту рыба разрешается, да еще вино на трапезе, то уж пора уже из церкви выходить, праздновать. Несть начало, главизна нашего с вами спасения, восстановления нашего, не тех людей, не тех еще живущих среди первых веков христиан, а нашего с вами спасения. Чтобы мы с вами, повторю, осознали погибель свою, которая совершилась через уничтожение общения нашего с Богом, и через вступление в общение с падшими и отверженными духами прекратилось это общение. Вот почему сейчас колдовство, ворожейство, звездочетство, смотри телевизор, смотри телефон, развлекайся, ходи по магазинам, только Бога не Бога. Церковь, Евангелие читай, ты устала. Ты так устала, ложись так без молитвы. Ну что молиться? Устала, завтра надо вставать, трудный день. Утром проснулась, вот проспала, умылась, себя привела в порядок, покушать же надо. Когда там молиться? Ну, где-то по-короткому. А общение-то с Богом, когда мы будем начинать? И вот сегодня начало нашего спасения, в очередной раз церковь призывает, начните пост благодатный, время воздержания, время молитвы, потому что дьявол никак не изгоняется только молитвою и постом, этим непрестанным общением с Богом. Вот через что спасается человек. Он должен понять, что я болен, мне нужен врач. И никакой врач земной, никакие таблетки, ни самые современные средства, ни МРТ, ни электрофорез, ничего меня не спасет. Мою грешную душу может спасти один врач Иисус Христос, который сегодня воплощается в Пречистую Деву Марию и от нее, рождаясь, приносит нам спасение. Никто не приходит к Отцу, как только через меня скажет Христос. И никто не знает Отца, только Сын. И никто не знает Сына, только Отец. И кому Сын хочет открыть. Вот Господь открывает нам через богослужение, через чтение Евангелия, через молитву, через добрые дела. Он открывает нам себя, возвращает нас в общение с Ним и через то спасает. Вот, оказывается, чего мы просим. Пресвятая Богородица, спаси нас от чего? От греха, от разрыва отношения с Господом, потому что нам все земное нужно, нам все только для тела потребное. А о душе? Да некогда. Я совсем недавно общался с одной женщиной, которая сразу заявила, что она атеист. Но она упрекла меня за то, что я сказал ей о спасении. Ну прекратите, что вы пугаете людей? Спасение? Какое спасение? В магазинах все есть. Чего спасаться?
От чего спасаться? Как объяснить этому человеку о спасении? То есть вот это все рассказать, она и слушать не хочет. Ну помоги вам, Господи, со временем вы все поймете. Все поймете. А пока помоги вам, Христос. Человеку даже, знаете, трудно слышать о имени Христовом, о Богородице. Эти люди сегодня не в храме, нет. Они еще далеко от спасения. Вы слышите, что значит быть далеко от спасения, далеко от общения с Господом, оно им не нужно. В магазинах все есть, зашел, корзину нагрузил через гипермаркет, проехал, полный оплатил, и счастье, холодильник набил. Счастье, спасен, уже спасен. Крыша над головой, дверь на замке, телевизор, интернет работает, Wi-Fi подключен. Все, жизнь удалась. Спасаемся? Вот потому сотни, тысячи людей живут в городе и даже не представляют, а что же такое спасение. И поэтому в огромных районах даже и храм-то не нужен. Зачем спасаться? Квартиру получили, дочери сна, скоро 1 мая. Какой пост? Люди собираются на шашлыки, на майонку. Какое спасение? Какое тире общение? Разве это нужно для людей? Они даже не понимают, что погибают. А мы с вами, христиане, уверовали в Христа, понимаем, что мы погибаем. Погибаем. Спаси нас, Матерь Божья. Господи, спаси нас. Возврати нас к себе. Избави нас от лютой вражьей силы, потому что она лютая, и сколько людей подчинились им через эти голые вечеринки, через эти безобразия, сатанинские шоу, которые продолжают, они удивляются, ну как это может быть? Люди служат откровенно дьяволу, как это может быть? Они далеки от спасения, то есть от общения с Богом, а потому находятся во власти дьявола. И дьявол своими орудиями работает в мире. Вот она война-то духовная. И без этого понимания, что в мире происходит, мы не спасемся. А потому, дорогие братья и сестры, для нас сегодня радость. Радость благодатная. Господь с тобою. И вот посмотрите, в чем причина нашей с вами радости. Мне на этом хотелось бы остановить ваше внимание, дорогие. Радуйся. Господь с тобою. Вот, дорогие прихожане, если ты сегодня причастился, Господь с тобой, радуйся. Ты сегодня на воскресный ступень побыл, с Богом пообщался. Ты бросил все. Ты проснулся, собрался, пришел, помолился, постоял, где другие отстоят. Господь с тобой, радуйся. Как все понятно в церкви. Радуйся, потому что Господь с тобой, ты к Богу приближаешься, это причина твоей радости. Непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. Если ты начнешь Бога благодарить за все и общаться с Ним, как с живым, Господи, слава Тебе, Господи, благослови, Господи, помоги, Господи, укрепи, Господи, дай мне силы, ты будешь радоваться. Среди всего того ужаса, который будет для людей кошмаром, у тебя будет радость, потому что у тебя общение с Господом. И ты спасаешься через молитву, через добрые дела, через этот мир душевный, который тебе Господь дает во спасение. Во общение с собой и через то избавление твоей души от вечной смерти и работы дьявола. Радуйся. Радуйтесь сегодня. Сегодня праздник, Благовещение. Радость всему миру. Сегодня радость каждому человеку. Вот потому радость появляется именно от этого. И возрадовался дух мой. О Боге, Спасителе моем, говорит Богородица. Вы слышите, она указывает нам в самый центр, в самую сердцевину радости. Если ты еще не обрел своего пути ко спасению, к общению с Богом, то ты еще не можешь радоваться. Ты можешь что-то купить, и восторженно от этого все прыгать вокруг. Купил, раз, ел, наелся, какая красота. Чрево наполнено. Но это не радость. Это удовлетворение плоти и чувственных потребностей. Радость от того, что ты возвращаешься к Богу. И как радостно видеть людей, которые были далеко и возвратились, и сегодня с нами.
как радовался отец, когда возвратился его блудный сын. Помните? Какая радость для сердца отца возвращение блудного сына. Общение с Богом возвращается. Человек начинает. И радуется все небо. Больше того, в Евангелии мы читаем. Радость бывает великая на небесах. И о едином грешнике, кающемся, более, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот стоят сегодня 99 монахов в монастыре на службе. Радуется Господь? Радуется. Но больше радуется тому, как он блудник там вчера пил, гулял и ночью проснулся. Господи, я погибаю, спаси меня. И приполз полутрезвый, полупрогуленный, наблудившийся, на коленочке встал перед крестом. Спаси меня, Господи, грешника. Я больше не хочу так жить. Я каюсь и больше никогда не вернусь к этой грязной жизни. И радость среди ангелов на небесах больше, чем те 99 праведников, стоящих на молитве, а едином грешнике, спасающихся, кающихся, возвращающихся и общающихся, то есть возвращающихся к общению с Богом, и разрушившим свои отношения с дьяволом, вот все, что он работал в сатане, он говорит, все, хватит, решил, решено, больше не буду работать дьяволом. Избави нас от работы дьявола и спаси душу нашу. Вот, дорогие мои, какая важная мысль сегодня нас с вами коснулась, чтобы мы помнили и понимали, в чем наше спасение. И спасались, и просили Богородицу, спаси души наши. И чтобы обязательно сегодня и всегда по этому поводу радовались. Ибо велика ваша награда на небесах. Все те, кто обрел это спасение и идет этим путем. Главное, не сходи с него, с этого общения с Богом. Разрушай всякое на себя влияние сатанинское. Иди за Христом, иди за Ним. И Он выведет тебя, потому что Он сам сказал, я есть путь и истина и жизнь. И кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме. Я свет миру. Вот этот свет, который собирает всех. И как мы восклицаем на людей, прежде всего, священных дорог, свет Христов освещает себя. Он собирает всех веру, всех любящих, и грешников, и праведников, потому что Он любит всех. Вот потому, дай Господи нам с вами спастись и в разум истины прийти. Дай Господи нам возрадоваться сердцем нашим, как возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем. Вспомнил о Боге и обрадовался. Вспомнил о чем-то греховном. Поскорби, посожалей. Наоборот, Господи, прости. Опять вспоминаю, опять эти мысли лезут ко мне. Греховные, сладострастные, глупые, мерзкие, срамные, позорные. Господи, прости меня. И вот это и есть победа из победы, это победа над собой. С собой греховным в сторону спасения, общения с Богом и разрыва отношения с падшими духами зла. Радуйся, благодарный, Господь с тобой, Пресвятая Дева Мария, спаси всех любящих Сына Твоего и Бога нашего, Которому с Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь.